Давай, давай. Винодел Валерий Асланов и мэр Ларисы Апостолос Калаянис общаются без переводчика. Делегации из города-побратима показали один из знаковых туристических объектов. Это не просто предприятие, целый комплекс. Вино на этом месте делали с 19 века. Старинный подвал служил укрытием в Великую Отечественную войну. Его стараются сохранить в первозданном виде. Для нас, греков, Оксана, очень важна наша история. Поэтому все, что мы здесь делаем, мы пытаемся показать, что мы здесь живем в издревле. И этот проект был задуман вместе с нашей администрацией. У нас организовывается агротуризм. Краевые и муниципальные власти делают ставку на подобные проекты. Они помогут в дальнейшем наращивать турпоток, а уже сегодня максимально разнообразить пляжный отдых. Пестрый национальный колорит Причерноморья – настоящий кладезь для самых разнообразных идей. Как и немыслимо сегодня существование мы города-курорта и его развитие без армянской общины. Сегодня немецкие общины, другие общины, которые сегодня населяют наш город-курорт. И все мы вместе, и все мы хотим, чтобы наш город развивался, чтобы сюда приезжали люди и чувствовали это, что мы живем в мире и согласии. Виноделие тесно вплетено в историю цивилизации. Это судовой штопор, он закреплялся на столе. А такой прибор брали с собой в походы или путешествия мужчины балканских стран и Средиземноморья. В него встроен помазок для бритья. Как родилось такое сочетание, неизвестно. Но сам предмет, как напоминание, что всему свое время, а главное – мера. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.